Короче, Киров. Новости, для которых нужен напарник. Артем. Роман. Поехали. Скоро кировчане смогут купить таблетки от супербактерий. Сами супербактерии кировчане получат бесплатно с помощью системы водоснабжения. В Сумском районе пенсионерке грозит штраф за подгоревшую курицу. Плохо, когда твой дед не только зануда, но и прокурор. В Петербурге начались Дни культуры Кирова. Программа рассчитана на 2 дня. За эти 2 дня средний уровень культуры в Петербурге упадет раза в 2. Ну и напоследок, новость для тех, кто считает, что нельзя в одном предложении совместить слова «Киров», «Гагарин» и «Лиссабон». Как сообщает правительство Кировской области, в Лиссабоне прошел разработанный кировчанами гагаринский урок. Короче, Киров. Новости, которые надо запивать и закусывать.